выбираться отсюда. Вода куда-то течет. Может, к выходу? Похоже на какой-то энергоблок. Вода течет сюда. Интересно. Отлично.
Тише. Я рядом. Я должна... Эй, тише, спокойнее. Тише. Все здесь. Ты так сжимала эту штуку, я понял, что она важная. Где мы? Это лагерь племени Утару. Неподалеку ты и упала. Долго я? 2 дня. Элой! Времени нет. Я кое-что нашла. В горах, к западу от Песней долины. Да. Ты бормотала, пока я тебя нес. Слушай, Элой, что бы ты ни нашла, ты не можешь... Если надо, я поползу, Увар. Ладно, понял. Но сперва ты должна кое с кем поговорить. С Утару по имени Зо. Она сказала, в горах неспокойно. Из пещеры валят жуткие машины. Это же не совпадение. Зачем с ней говорить? Идем к пещере. Это земли Утару. Ее земли. Она нам поможет. Увидишь. Ну, идем к этой твоей зоне. Зелень зачахнет, корень сгниет, но семя упрямое вновь прорастет. Зо? Она должна лежать. Элой никого не слушается. Ты Зо, да? Варл сказал с тобой поговорить. Насчет машин. В западных горах. Я отбегаю. Мой долг быть здесь. Поправишься, поговорим. Что с этой штукой? С ней. Ее зовут Ре, не штука. Она наш дух земли. И она умирает. Не просто умирает, а в муках. Ее здоровье не твоя забота. Зо, если кто и поможет, это Элой. Позволь. Теперь поговорим? Конечно. Но не здесь. Горы. К западу от Песни долины. Там неспокойно? Для Утару теперь везде неспокойно. На полях порча, поселения брошены. Но пещера в горах таит худшую из бед. Это священное место. Фа тоже дух земли. Уже давно зашла туда, но так и не вернулась. Оттуда хлынули машины-убийцы. Накинулись на нас. Такого раньше не было. Ты бывала в священных пещерах?
Спасибо за приют. Благодари Варла. Он принес тебя сюда. Вряд ли кто-то еще принял бы нас и помог бы устроить Луи поудобнее. Нам повезло с тобой. Могу сказать то же самое. Похоже, вы много времени провели вместе. Очень жаль, что нас познакомили твои раны. Надеюсь, тебе стало получше. Вы зовете Рэй подобные машины духами? Духами Земли, да. Они вскормили много поколений Утару, возделывая поля песни долины. Еда для всех. Чудо вечного урожая. Ферма. Роботизированная. Не просто ферма. Благословенная земля, что давала пищу всему племени. До помешательства. Что случилось с духами земли после помешательства? Они слабели. Год за годом. Раньше они были мирными, а теперь угрожают нам при встрече, даже нападают. Они всегда удобряли почву, но за последние годы они превратили ее в сплошной перегной. Поля источают зловоние, и порча распространяется все шире по землям. Раньше у нас была еда для всех, а теперь... Ее едва хватает нашим детям. Это перенасыщение почвы. Споры с этим связаны? Я не знаю. И это не все проблемы. Духи Земли перестали раз в год посещать священную пещеру. Без обряда обновления они рассыпаются, как Ре. Они умирают. А с ними и племя. Значит, пещера священна, потому что Ре, Фа и другие машины ходят туда. Да. До помешательства духи Земли оставляли работу и совершали паломничество в пещеру. Всегда в одном порядке. Сперва До, потом Ре, потом Ми и так далее. Они уходили испачканными в земле. А спустя два дня возвращались блестящими. Без единой царапины. И ни одного пятнышка не было на их боках. Все племя праздновало их возвращение. 8 святых праздников каждый год. Но помешательство нарушило цикл? Да. Так мы подумали. Духи земли перестали совершать обряд и стали терять силы и рассудок. 3 недели назад Фа ушла в пещеру. Все племя запело радостную песнь, возвещающую возрождение цикла. Но Фа не вернулась. Пришли лишь машины-убийцы. Машины создаются внутри, как в котлах? Похоже на то. Но эти уходили и возвращались. Такого я еще не видела. Ты сказала, поля и поселения племени пострадали? Да. Когда-то наши духи земли собирали с полей богатые урожаи, но теперь все покрыто порчей. Среди Тенакт идет война, их мятежники рыщут по нашим землям. А машины стали более опасными. Нападают. Вынуждают бросать отдаленные деревни. Теперь они появляются из священной пещеры. Многие в племени считают, что это конец. Хотела бы я сказать, что в других краях лучше. Но надежды мы не теряем. Ты назвала себя отпевницей. Что это значит? Всему живому когда-то приходит конец. Мой долг — облегчить кончину. Я пытаюсь утешить. Пою о том, что смерть несет новую жизнь. Но я
Никогда не думала, что придется петь духом земли. Не знаю, слышала ли меня Рэ. Но ты помогла ей намного лучше, чем я. Это не твоя вина, Зо. Без особого зрения ты мало что могла сделать. Мне нужно попасть в пещеру. Что? Туда никому нельзя. Пора сделать исключение. Это дом духов земли. Слушай, там есть кое-что еще. То, что может исправить многие беды этого мира. Бури, помешательство машин. Может и поломку духов земли. Но что способно на такое? Душа? Да. Вроде того. Я могу вернуться в песню долины, собрать хор, рассказать, как ты помогла Рэ, и попросить у них разрешения. Ладно, соберу вещи. Ей нужен отдых. Мне это можешь не говорить. Я в порядке. Собрать хор быстро не получится. Поправляйся. Время есть. Ладно. Отдых. Хорошо. Ты не нужен ей для восстановления сил. Пойдем со мной в песню долины. Твой голос поддержит мой в спорах с хором. И ей это будет на руку. Я бы рад, но... Она может сбежать. Правда? Ну что ж. До встречи. Зо, стой. Я не то что не хотел с тобой идти... Просто... Ты это пытался сказать? Да. Тогда буду ждать продолжения беседы. Я тоже. Ты должна была отдыхать. Вару, зря ты не пошел. Я справлюсь и одна. Хочешь избавиться от меня и... Вару, я сама. Я приду в песню долины, как смогу. Ты в этом уверена? Да. Иди. Иди уже. Ладно. Зо, стой! Кто они? Для нас обоих.
Сперва-то охотница как. Осторожней, Норд. Теперь чужеземный. Смотри, не заразись порчу. Рай. Безобидно. Видимо, так и заложено программой. Чего тебе надо? Я чем-то не угодила? Ты не из наших краев. И уже вторая чужачка за сегодня. Чем быстрее вы уйдете, тем лучше нашей земле. Гнилому зерну тут не место. А я думала, помощь вашему духу земли поможет добиться вашего расположения. Ре все равно умрет, как и все мы. Еще чужаки тут шастают и отбирают все, что у нас осталось. Взять хоть ту охотницу Карха. Ходила тут разодетая, как птаха. А за ней бегала девчонка Утару, как рабыня. Звала девчонку Дроздом. Слово-то какое. Небось, Карха так ругаются. Стоп. Охотница Карха? С Дроздом из Утару? Я себе, что ли, рассказываю? Да! Видела их сегодня, бежали на юго-запад. Небось, там и померли. Там нельзя клюнику собирать. Машин много слишком. Бедная девчонка Утару. Несчастная. Да прорастут ее семена. Знаешь, кажется, ты помогла мне найти старую подругу. Спасибо. Оставь спасибо себе. Я обойдусь. Если ты на охоту, поторгуем. Ясного тебе дня. Там ты надо найти Вару и Зов Песни Долины. Попросить у Хора разрешения на вход в пещеру. Минерва должна быть там. Если найду ее, смогу перезапустить ее. А потом попробуем выяснить, кто напал на меня на пути. Но сперва схожу на юго-запад и найду свою подругу. Интересно, чем она занята? Не может это Она прикончила те машины. Вроде бы ее зовут. Не думала, что заживу. Говорят, именно тебя нужно благодарить за избавление от Ульвунда. Петра сказала, с тобой сложно. А я никаких сложностей не боюсь. Посмотри. Такого оружия тебе не найти нигде в преграде. Отвечаю. Еще увидимся, рыжая.
Может, к тому моменту он наконец починит мой молот. Или ты прекратишь его ломать. Заметили. Пора сваливать. Надо найти котел и взять оттуда домой.
Уберу в запас.
Теперь я хотя бы взбодрилась. Как там дела наверху? Сходи, посмотри. Не, да я так, разговор поддержать. Так и подумала. Возьму этот зеленец на будущее. Руины предтеч. Интересно, что внутри? Что ж, посмотрим, что я смогу здесь найти. Ага. Энергоячейка. Но она, похоже, разряженная. Кажется, дверь заперта. Поищу другой способ пойти.
вытащу оттуда этот... Наверное, за что-то зацепилась. Этой штуке нужна энергия. Это пригодится. Там какое-то устройство. Подняться не удастся. Нужно найти что-то, что поможет. Эту энергоячейку можно установить в устройство. Вот так. Оно зарядило энергоячейку. Ячейка разрядилась, попав в воду. Нужно ее снова зарядить. Что-то... зацепилась. Отойти. Себе на голову. Какой-то замок на двери. Похоже, ему нужна энергия.
воду, ячейка разрядилась. Попробую еще раз. Кажется, этой штуке на стене нужна энергия. Но разряженная энергия ячейка не поможет. Нужно перенести заряженную ячейку через воду. Ну как? Теперь замок на двери наверху должен работать. Так, теперь должен работать. Потом подумаю.